Ивановском зоопарке очередное пополнение. В минувший понедельник из Челябинска сюда доставили 7-месячного самца пумы. Имя детенышу пока не придумали. В этом, надеются сотрудники зоопарка, им помогут посетители. Сейчас животное адаптируется к новым условиям. После 30-дневного карантина его поселят в клетку к ивановской самке. Мы на будущее будем создавать новую пару. Сейчас они находятся в карантинке. После карантина мы этих малышей будем вместе саживать. Животные сейчас, состояние мы видели нормальное, вроде как кушают, пьют, дальше будет видно.